Первое, я хочу поздравить соперника с выходом в финал. Но акцент я хочу делать на какие у нас есть футболисты. «Газпром». Что любой тренер мечтает иметь такие футболисты и должен быть гордиться. Я очень сильно благодарю наши ребята. Для нас, когда до того мы работаем вместе, это первое испытание, что у нас мы остались без финала. Было 4 финала подряд, но в этом раз не получилось, потому что тоже первый раз, когда мы играем 6 человек на поле. И это 6 полевые и 1 вратарь, это не герой. Да, мы не победили сегодня, но у нас сегодня была другая победа. Было как-то мы поняли, что здесь есть команда. И кто думает, если кто-то думает, что «Газпром» упал, только ошибается. Мы стали еще сильнее. Будем делать вывод, что можно, как можно улучшать эту ситуацию, и будем дальше идти. Конечно, для меня, для моей команды сейчас радостные минуты, мы вышли в финал, да, это безусловно так и есть. Но хочу сказать, что то, что «Газпром» показал в этих играх в течение всей серии и находясь все время в ограниченном составе в связи с объективными причинами дисквалификации и травм, я не знаю, честное слово. Вот это героизм, который ребята с «Газпрома» проявили. Действительно, действительно, вот шестером, семером вытаскивать такие игры. И сегодня у меня с моей командой тоже разговор был, что если сегодня упустим, очень сложно будет в пятой игре, потому что вернутся ребята, эмоции на их стороне будет. И нужно было понимать, что сегодня для нас тоже все решалось, как и для «Газпрома». И слава Богу, и хочу поблагодарить ребят каждого, которые... Думаю, что в какие-то моменты, конечно, тяжело было. Конечно, уже как-то вот не получалось, понимали, что сложно. Но, знаете как, я вообще слово «случайность» или «повезло» не бывает. Значит, где-то мы все-таки вот эти голы, которые мы забили там за несколько секунд в дополнительное время, они мы, наверное, где-то чем-то заслужили. Работой, отношением друг к другу, отношением к делу, отношением к клубу. Поэтому в данный момент только слова благодарности, ребят. И для меня они герои. Честно, они герои в течение года, что мы прошли вместе с ними. Сегодня могу сказать, что перед финалом, ну, естественно, будет подготовка, будем настраиваться, все. Но сегодня эти люди заслуживают просто аплодисменты и просто действительно, действительно, ну, таких ярких эмоций и... таких слов, которые только означают благодарность.